Логово тыквоеда. Всем привет, друзья. С вами Харди, и мы продолжаем. Иха, ковбойцы и индейцы. Westland Survival. Вовсю прет уже Хэллоуин. Это уже второе задание по сюжету. Даже не знаю, как сказать. Награды фантастические, награды эпические. Мы сейчас с тобой все посмотрим. Вот эти тыквы мрачные, которые остались с прошлого Хэллоуина, юзать нельзя. Посмотри, у них глазенки не светятся. А у этих светятся. Прикольно, да, сделали? Классно побрили, классно. А что по поводу турниров? Сразу ложку дегтя в обновление. Да это дичь. Это дичь, не обращай на них внимания, ты здесь ничего не займешь. Почему? Ну, если ты не знаешь, как сделать 33 миллиона, вот 33 миллиона очков. Посчитай, 3-3, потом 344 тысячи, потому что 6-5 и 0 не влезает, да? Вот, та же канитель практически и здесь. 2 миллиона 954 тысячи. Это жесть. Это жесть. Вот это вот то, что у меня сделано, это за 3 задания где-то так. Ну, пускай 4. А теперь прибавь, посчитай, да. Короче, елки-палки. Ладно, теперь о хорошем. Поехали. Посмотри. Футляр White Crest. Внутри чертеж тематического оружия или брони. Класс. Ну, классно же. Игнорирует защиту. Критический урон на 15. Прикольно, прикольно. Вообще прикольно. И у нас такой фигни всякой куча. Значит, как я выполнил первое задание? Это уже второе задание, да, по сюжету именно. Тут есть по сюжету, я сейчас обязательно тебе покажу. И есть, которые просто они обновляются и обновляются, если у тебя VIP-аккаунт. Будь проклята, это Лилианна. Крадет наши тыквы, мешает производству супа. Вся в отца. Пожалуйста, останови дочь Джареда Тыквоеда. Возьми координаты ее убежища. Так, как бы без проблем вообще. Я сейчас обязательно тебе покажу пособников Тыквоеда, где я искал. Вот. Их надо было в первой части квеста 30 штук набомбить. Это много, это много. Реально это много, и это достаточно так тяжко. Но-но-но, да? Если знать, где искать, все не так сложно. Че, серьезно, что ли? Ух ты, блин. Ну ты понял, да? Не иди сюда без топора. Смотри, фантастика. Где она прячется? Сейчас мы найдем. Вот, бомбят. А вот она. Лилианна Тыквоед. Ну она типа как рейд-босс, да? Рейд-босс. Босс. Вот. О, вот такой мы с тобой выбили, да? Церковный крест. Грязь, да? Вообще беспредел. Что еще там есть? Что еще есть на локации? Достаточно много на локации всяких классных вещей. Сейчас все посмотрим. С этих бомжей ничего такого, да? Че попало вообще? Ну вот эти шлема, это, блин, такой хлам. Смотри, еще классная фишка, да, на этой локации. Очень много тыковок. Прикольно, прикольно. Но это много, это много. Ты скажешь, нифига себе, по одной штучке достаем. Не-не, это достаточно много. Ну а за задание, да, дадут полтинник. Это вообще бешеная сумма. Сразу опережая события, куда бы я на твоем месте тратил? На рецепты, конечно же. Так, что, давай вот сюда ломаем еще. Бомж. Пособник, блинчики. С них не падает тыкв. С кроликов тоже не падает тыкв. Тыквы именно растут на локациях. Поехали. Да, конечно, с турнирами облом. Я тоже ждал, как и ты. Я тоже ждал, как и ты, турниров. Прям думал, вообще класс, красавчики. Ну, что поделать, бывает, бывает, да, чуть-чуть обкакались. Ну, то есть, вот эти вот миллионы, да, очков, это какая-то грязь, это какой-то... Ну, это грязь какая-то. Это как-то не по... Это как-то нечестно. За первое место будет тебе уникальная, значит, жуткая статуэтка. Фантастическая. Ее больше нигде не получить, никак не сделать. 20 гребаных рецептов на тематическое оружие и рюкзачки, да? Новая тема рюкзаков и все такое. Ну, как бы классные награды без Б. Вот эта тема обновляется, если я не ошибаюсь, раз в 4 дня, что ли. Тут тоже фантастика, да? Соответственно... Ковбойские рюкзаки, чертежи, да? Smith & Wesson Schofield 3-го левела. И, да, 20 топ-аптек,
20 слитков, крепкая кожа, фантастика, да даже вот третье место огонь. Но тут тоже происходят какие-то мутные дела с очками. Я считаю так, друзья, ну чё расстраиваться, будем надеяться, разработчики всех накажут, да, и поотбирают у них нафиг первые места и разберутся, в чем проблема, потому что, ну это дичь. Нет, это честно, все добыто, да ну нафиг, да ну нафиг. 33 миллиона, бро, посмотри, вот я, который сделал задание, да? Я, в принципе, стартанул без опоздания. Ну, то есть, я миллион насобираю вообще? Нет, я за весь ивент не насобираю, скорее всего, миллион. Даже с VIP-аккаунтом. Тут 33 миллиона, эти 33 миллиона были вот практически со старта сразу. Так, ладно, поехали к приятным вещам. Значит, у нас есть вот такой магазин, он каждый день обновляется. А, ты можешь покупать тематическое оружие, броня, я бы этого делать не стал. Вот, посмотри. Вот это классно. Конопляную ткань? Не смей. Я тебя заклинаю, не смей ее покупать. Энергетик? Нет. Зловещий фонарь? Я уже дома один поставил. Это прикольно, да? Тыква-шлем? Отстой. Вот здесь неплохо. Ну, как бы, шкатулка с кольцом. Плюс 10, да, это не слабо. 15 вообще жесть. У меня пока нет ни одного такого. Но я бы все-таки... Ну, не знаю, смотри, шкатулка с кольцом, да, это неплохо, это неплохо. Вот этот чемодан я бы точно не брал, White Crest. Ресурсы, вот крутая штука, реально. Так, стоять. А, вот сюда, в котел. Чик, офигеть, да? Это только что мы с тобой рецепт такой открывали один. Блиночки, блиночки, ребят, ну дайте, а. Что-нибудь другое. Есть! Дробовик тыквера. Нифига. О, вот это уже хорошо. Что это такое? Когда видишь дальность атаки 3,5 и скорость маленькая, это массуха. 650 урона. Это прям не слабо. Это прям не слабо. То есть для того, чтобы нам бомбить с тобой каньон испытаний. Да, арену, грубо говоря. Так, ладно, где мои 50 тыкв? Отдайте, мужчина. Тебе здесь всегда рады. Че, все что ли? Мужчина, а че, все, заданий больше не будет? Ольвин тыквер. Ну, елы-пала. Вот этот мужчина обновляется. Да, если у тебя VIP, то хорошо обновляется. Убить главаря банды на севере. Добраться до заставы бандитов. Вернитесь, да? Ну, давай убьем без проблем. Чик. Ну, если у тебя VIP, да, то ты больше делаешь. Ну, так вот, давай посмотрим. Блин, ты понял, да? 33 миллиона. Жесть. Остается только надеяться, что разрабы накажут. Вот реально, блин. Потому что это прям не прикольно. Так, что нам тут дают? Чемодан White Crest. Давай забираем его отсюда, конечно же. Необычный футляр забираем. И это забираем. У нас день футляров. Вскрываем все это безобразие. А здесь вот так делаем. Я не знаю, для меня вот это самая нормальная тема. Поэтому я ее и бомблю. Так, оружка для начала. И показывают, что можно выбить, да? Уровень чертежа 2. Еще и... Ой, отстой. Отстой. Диковинка. У меня есть дома такая, да? Нам на день рождения разрабы дарили. Вот прикольная штука. Неплохо. Пронзатель. Смотри, что 250 урона в течение 3 секунд. То есть стрельнул и убегаешь. И парень будет откисать. Охотничий арбалет. Ну и шмоты, да, неплохо так. Я бы с удовольствием шмоты, конечно же, повыбивал, чтобы их крафтить. Пистоль. Тоже неплохой. Для арены именно. А ты получаешь погибель воров. Блински, ну название хорошее. Где-то я его слышал. Так, давай начнем с овна. Как рюкзаки вообще? Ты видел, да, что за турниры дают рецепты рюкзаков? Вот как они выглядят. Но мне уже сказали, что вот с таких обычных тубусов тоже они выбиваются. Вот с таких тубусов зеленых. Можно выбить новую тему рюкзак. Скиннер Буффало. Меня радует всегда, когда я выбиваю синий рецепт. Ну это классно, их очень много в игре. Казалось бы, да, урон ни о чем, вообще все ни о чем. А вот, кстати, кровотечение накладывает. 100 урона в течение 3 секунд. И поехали. Такого нету, поэтому хорошо. И такого тоже нету, поэтому хорошо. Ништяк, ништяк. Давай сразу вкидываем сюда вот эту шляпу. И погнали на заданице. Обменивай зловещие тыквы у Кэтрин или бросай их в котел. И все, и тогда ты получаешь награду, да?
Супер. То есть это не за квесты. За квесты мы именно добываем тыквы. Поехали. Вначале изишную пооткрыли. 12 левел рецепта. Рецепты у нас прут до бесконечности, как я понимаю, друзья. И, кстати, спасибо вам огромное за комменты. Где? Где можно доставать вот эти всякие тубусы очень хорошо? Вот в ту локацию, куда мы сейчас пойдем. Проповедник. Чисто для разнообразия, да, это очень круто. Искатель плоти. Замедление накладывает, еще и кровотечение. Блин, грязь, конечно. Грязь, это все надо прокачивать, да, чтобы было 5 левела минимум. Тогда прям можно увидеть максимальную эффективность этого оружия. Рюкзачок, к сожалению, пока не выбил. А теперь показываю, где нормально, значит, пособники тыквоедов появляются. Все просто, бро. Ясеневая роща и кленовый лес. Здесь появляется по 3 пособника. Приходят они каждую минуту. Пришел на локацию, отсчитай минуту, придет пособник. А второй приходит опять же через минуту. Третий бывает как-то задерживается, и он приходит спустя 2-3 минуты. В остальных локациях все плохо, их очень мало приходит. Поэтому вот эти локации. Но вообще по факту и в сосновый лес приходят, и в дремучий лес. Каждые 5 минут что ли. И даже не 3, а всего 1. Ну что-то такое. Где тубусы брать? Стоянка бандитов, регулярно ее бомбить. И заставу бандитов. Это вообще классный способ. Там можно до 8-9 тубусов вынести. Железная шахта и хромитовая шахта. В них тоже есть тубусы. С динамитом взрываешь проход и достаешь тубусы. Вот они, вот они, вот они. Большой клинт. Мы сейчас выбили с тобой аналог большого клинта. Диковинка. Неплохо, да? Роскошь. Проповедник. Блин, ну, короче, прикольно, прикольно, что у нас столько разновидностей оружия. И самое главное, это все еще и модифицируется. Вот что мне нравится. Так, ладно, давай я сейчас на скорячок соберусь в логово бандосика. Дробовик тыквера. Грязь какая, посмотри. Блин, ну это фантастика. Я его, знаешь, с чем сравнивал? С ружьем кучера. Просто у меня ружье кучера 11 левела, да? Но по факту, видишь, да, скорость атаки 80, 3,5. Скорость атаки 65, 3,5. Но здесь есть шанс крита. Здесь нету шанса крита. И шанс крита 5%, он увеличится, когда рецепт я буду выбивать. Блин, и по крафту он настолько проще, этот дробовик тыквера. Посмотри, грязь какая. В ружье кучера тут ого-го, да, никелированные детали и заклепок 4, а тут всего 2. Вообще грязь. Погибель воров, казалось бы, тоже фигня, да, оружие? А крафт, посмотри, какой простой. Класс. Слушай, ну это офигенно, конечно. Надо постараться выбить как можно больше этих рецептов. О, мужчина, да, нормальный. Вон, посмотри, у меня тыква установлена. Надо еще парочку таких купить все-таки. Красиво, да? Она останется с тобой навсегда. Но судя по всему. Надеюсь, я выбью рюкзачок в ближайшее время и покажу тебе. Потому что, да, хочется увидеть рюкзачок. В чем фишка новых рюкзаков? У них есть доп-карман. Доп-карман реально активный. Как бы, что тут? Кто-то там был, что ли? Что-то там тыкводел, не? Ну да, отнимают, отнимают. Здесь массуха нужна, бро, по-хорошему. Чуть не откис. То есть здесь надо оружевая массовая атака, чтобы была. Вот как раз, которую мы с тобой смотрели, оружку, да? Вот подобную. Вот он расфигачил бы эту толпу за несколько секунд, да? И я не слил бы сет. Посмотри, я сет почти сломал. Смотри, как классно снежок сыпется, когда рубишь дерево. Офигеть, да? Классно. Вроде мелочь, а все-таки так приятно, да, когда такие эффекты есть. И вот они, 4 заложничка. В общем, смотри, вот эту стоянку бандосов бомби. Бомби постоянно. Здесь как вопрет. Бывает прет на лут, бывает не прет, да. Но здесь можно и для повозки что-то выбить, и для коника выбить, и... Ну, короче, ты понял. И вот в этом лагере, и вот в том лагере, который рядом с домом. Чик. Ну, как бы вот это, да, это основной ящик. И еще здесь вот этот челик постоянно, да, дает задание. Детектив Шолмс. Чик. Ну, и еще VIP, да. Соответственно, VIP, и это нормально. И ты впереди планеты всей. Но в данный момент тебе даже VIP не поможет против таких ребят. Фух. Все-таки смогли, да?
Еще один рецептик. Ну, давай. Хорошо. Ну, ты понял, да? Дробовик тыквера. И смотри. И уже 720. Крит шанс добавили. И добавили атаку. До 5 уровня чертежа. Вот прибавляют вот так хорошо. Дальше по единичке. Дамага. Либо брони, если это рецепт брони. А где просто поднимать тыквы? Все та же ясеневая роща, кленовый лес. Если ты еще не можешь туда добраться, опять же, в леса беги, да? Дремучий лес, засохший лес. Чем серьезнее локация, тем больше на ней тыкв. Вот в этой ясеневой роще, минимум 3 найдешь, 3 тыквы, да? Я вытаскивал один раз 5 или 6. Реально, вот я прям в шоке был, такой рез был тыкв. Прям дикость какая. Можно забрать еще монетки, да? Неплохо, да? 11 левел уже взяли. Ну, конечно, конечно, надо вот до сюда дойти, потому что последняя, 25 левел, прям награда имба. Основная тема, конечно, это задания, которые раз в сутки обновляются, где брать тыквы. Но, если тебе не втерпешь, да, ты можешь бегать, просто перезагружать локации, искать. Вот она. Она очень хорошо показывается на радаре. А как, допустим, сделать, чтобы ее прям вообще фантастически искать? А все очень просто. Тебе надо выложить все ресурсы, чтобы ты в автоматическом режиме ничего не поднимал, да? Нажимаешь авто, и он побежал ее искать. Понял, да? Как только напишет, что нечего поднимать, да? Ну, как бы все тыквы ты поднял. Пацанов обруливаем, чтобы меньше воевать, да? Где-то по стелсу действуем, где-то обруливаем. Спустя время чик авто, включаем опять. Вот он нам показал направление, да? Что нам надо вот сюда ползти. Вот она еще одна тыква, третья. Если у тебя, значит, есть желание, ты так можешь... Дофига ты так можешь нафармить этих тыкв. Что я тебе могу сказать? Включаем опять же авто. Ваш инвентарь полон. Все, 3 тыквы подняли. Нормально, быстро, четко. Теперь бежим в соседнюю локацию, делаем то же самое. И так бегаем туда-сюда, туда-сюда. Друзья, и, кстати, здесь же пособники тыквоедов по первому заданию. Вот прям вот так стоишь, да, на автоматике. И все, и он у тебя сам их будет убивать. 3 штуки на одной локации. Дальше надо перезагружать. С вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся. Не расстраивайся из-за турниров. Все-таки есть вот здесь нормальные награды. Вот их и будем зарабатывать, да? Ну и, конечно, Лукса. Братюнь, Лукса. Пока-пока.